Как же скучно! А что ты хочешь тогда? Я не знаю. Ну, скучно мне. Нечему заняться. Карамелька. Ой, не спрашивайте меня, мне тоже скучно. Смотрю в потолок и все. Давайте что-нибудь придумаем. Давайте что-нибудь подождем. Нет, нельзя поджигать. Нас потом ругать будут. Ну да, да, нас будут ругать. Да, нас будут ругать. Так, давай, давайте вместе придумаем. Каждый по одной идее. Я думаю, давай что-нибудь поедим. Нет, я не хочу есть. И я не хочу есть. А что ты хочешь, карамелька? Я хочу мороженого. Ну так это же еда? Нет, это сладости. Карамелька, хватит не жать. Давай придумай что-нибудь с нами. Ну хорошо. Итак, ребят, давайте, чтобы это было что-то интересное, веселое и съедобное. Чтобы посмеяться можно было и желудок подкрепить. Я согласен. А что можно придумать такое интересное? А давайте разыграем папу на работе. Хорошая идея. Мы придем к нему, как раз покушаем мороженого и напугаем. А как мы его будем пугать? Папа у нас боится привидений. Давайте наденемся привидениями и его напугаем. Хорошая идея. Точно, точно. Можно так сделать. И потом он нас за нашу сообразительность накормит мороженым. Он же работает на фабрике мороженого. Да-да-да. Ну что, вперед. Ой, мороженое делать так сложно. Я вообще уже устал. Как же скучно на работе. Вот бы кто-нибудь меня развеселил. Ой, эти стаканчики такие тяжелые. Все, подавай мороженое. Сяду, посижу, отдохну. Как-то мои детишки поживают вообще, не знаю ведь. Нам-нам-нам. Это что такое? Это что такое? Это что такое? Хорошо,
Я вам дам мороженое. Хорошо? Да-да-да. Сейчас принесу. Ой, как было страшно-то на самом деле. На самом деле я очень испугался. Друзья, никогда так не пугайте своих родителей. Мы же вас любим, а вы так издеваетесь над нами. Хорошо? Больше никогда не делайте так. Ладно, пойду делать мороженое. На-н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 а
Ой, ну и шалунишки вообще! Вообще, зачем они так сделали со мной, я не знаю. Жене бы все рассказать. Дорогой! Любимая, привет! Привет! Итак, где мои детишки? Наш! Они мороженое едят! А зачем ты им дал? Я пообещал! Кому пообещал? Привидению! Привидению! Чего? Привидений не бывает! Бывает! Я сам видел! Ну ладно, дал так дал. Но привидений не бывает, запомни это. Я знаю. Ты, наверное, испугался? Да с чего ты взяла? Я ничего не испугался вообще. Вообще никого не боюсь. Эх, ты же всех боишься. Не боюсь я ничего. Вообще, мне работать надо. Ты что меня пугаешь вообще? А ты говоришь, не боишься? Я не испугался, я просто резко повернулся, так и все. Ну ладно, ладно. Ну давай, давай. Давай, заканчивай работать и домой. Хорошо. Ой, как же они меня сегодня все напугали. Ладно. Отдохну маленько и домой пойду.